Так, пацаны, всем привет, это Дейзи, ой, точнее, Arma 3 Epoch, никакой не Дейзи, Epoch это куда серьезней. Как видите, я True Kempo, сижу под кустом с гилем и с охренительной кемпой, вот, с топовым прицелом. Мой кент сидит с пулеметом, прячется в кустах. Вы видите вертолет, сейчас, куда он делся, я его потерял в прицеле. Вертолет, ты где, вернись ко мне, вот он. И что я хочу сказать, мы договорились с чуваками насчет того, чтобы продать им вертолет за 1500. Криптовалюты. Телефон? Вот, чувак спрашивает, где там телефон какой-то. Может, терминал? Ладно. Вот, они сейчас ищут терминал, чтобы скинуть мне 1500, вот, и после этого возвращаются к вертолету, я им типа должен отдать топливо, которого у меня, естественно, нету. И вертолет вообще был сломанный, и под ним стоит мина. К сожалению, мы не смогли поставить пакет подрывной, потому что мы забыли про это. Еще было бы лучше, если бы мы поставили подрывной пакет, они просто подошли, мы взорвали бы вертолет и все. Но так мы еще останемся и с их машиной после того, как их убьем, если все получится успешно. Может, мы сами, конечно, сдохнем. Вот. И, естественно, у нас еще и будут деньги. Так, в здании каком-то... Да, всем привет. Что самое забавное, он сидел тоже со снайперской винтовкой. Он нас ждал. Он думал, что мы сейчас подойдем, заправим, и они нас убьют, и они выигрыши. Да, да, они нас ждали, но в итоге они поняли, что мы не такие дураки. Вот, и они, короче, остаются теперь практически без ничего. Сейчас они к вертолету они по-любому вернутся, то есть вы понимаете. Я знаю, что тебе деньги на счет поступили. У меня появятся деньги снизу, у меня же это панель денег есть, у меня сразу появятся, деньги есть или нету. Вот. Так, это те, что у тебя как бы наличные? Ну, это... блин, ну ничего. Не узнаю, я поверю на слово. Главное, что мы их убьем. Я сейчас привстал. Машина возвращается. Отлично. Они пролетели просто мимо. Почему они просто пролетели мимо? А может, это они установили мины там? Или они так пролетали и нас искали? Санёк. Не знаю. Только не пиши ему, типа, а чё вы мимо пролетели? Так, так, если я напишу, что вы чё мимо пролетели, они же поймут, что мы где-то кемпимся. А у них тоже по-любому план, может они сами видос записывают. Слушай, ну даже если они пройдут рядом со мной, они ничего не увидят, потому что я здесь так хорошо закемпен. Блин, чувак, конечно... Тихо. Ну? Они, кажется, обратно едут. Да? Ну я так, ищем банкомат. Блин, о, чувак, мне стрёмно немножко, дашь. Понимаешь, если они нас убьют, грустно будет. Канистру дашь? Дам и масло дам. Но масло не нужно на самом деле. Я не знаю. Мина-то сработает, моя нет. По идее должна. Сука, 2-2. А ремку возьмем. Перевел. А вот теперь, ну-ка, стой, тихо. Что такое, едут, что ли? Да, слышу, едут. Едут, едут, едут.
Так, тихо, они тут. Они опять куда-то принеслись, да? Нет, вон, они там прям с вертом. Я вижу, да. Если это так... Долбим, сейчас, нет, стой, сейчас. Он сидит на месте пилота. Да, сейчас, раз. А где второй? Вот он сейчас пересел с места пилота. Я убил одного. Где второй только? Откуда ты палишь, Женя? Фак запалился, ну. Где второй? Блин, как бы минуту взорвать, а? Да никак. В этом-то и дело. Ой, они же это... На меня бежит зомбарь. Бежал. Слушай, где-то второй делся. Второй, походу, страхует где-то. Так, мне это не нравится. Ну, понятное дело, что они не могли рассчитывать на то, что они останутся живы и все будет в порядке, правильно? Я еще раз буду обстреливать, окей? Давай. Машина не... А как трудно держать-то отдачу. Слушай, Жень, ты ж походу рядом со мной, ты знаешь? Да. Мы ж в одной стране, блин, находимся. Нас легко убить здесь, найти легко. И чё? Они просто даже больше ничего не говорят. Они ожидали, что все будет в порядке, что ли? Они что, были честными людьми? Мы что, убили честных людей, Женя? Да, бля, ты уже надоел долбить. Надо обсмотреть трупа, блин. Ну, блин, пойдем. Это какой из них, блин, был? Просто не знаю, не факт, что это тот, который с кемпой. Это был, который зло. Короче, такой. Неловко получилось. Все, короче, уходим, Жень. Уходим? Да. Я сейчас напишу, что топлива нет, можете забирать верт. Они подходят еще и до мини подорвутся. Ой, лол. Так, все, уходим, да? То сейчас, да. Я меняю прицел. Еще смайлик на... еще смайлик поставь. Так, я оружие убираю и убегаю далеко, Санек. Я убегаю назад, подруги. Я тебя вижу, братан. А где музычка такая, типа, фак запалыс? Все, пацаны, вот так надо, короче, людей наебывать. Правда, дети, не учитесь этому, это только для взрослых.